Итак, первая часть у нас начинается с такого аккорда. Вся композиция играется просто подряд перебором. То есть аккорд у нас, если идет вот такой, то идет четвертая струна, третья, вторая и первая. И подряд. И назад. Четвертая, третья, вторая, первая, вторая, третья. И такой перебор, собственно, на первой части везде такой. Аккорд у нас следующий. Мизинец на седьмом ладу. Второй палец на седьмом ладу на четвертой струне. Второй палец на пятом ладу на третьей струне. И указательный палец на втором ладу, на третьем ладу на второй струне. Идет. Следующий аккорд. То есть перебор тот же самый. Четвертая, третья, вторая, первая струна, обратно, вторая и третья. Аккорд у нас. Указательный палец на третьем ладу на четвертой. Второй палец на четвертом ладу на третьей струне. И второй палец на третьем ладу на второй струне. И также. То есть открытая у нас первая струна, как и в первом аккорде. Следующий аккорд точно такой же, как и этот. Просто на три лада вперед. И четвертый аккорд такой же, как и первый. То есть это первая часть. Вторая часть та же самая, что и первая. Третья часть идет. Тут всего два аккорда. Такой же перебор. Четвертая, третья, вторая, первая струна. Вторая, третья. Аккорд. Указательный палец на шестом ладу на второй струне. Второй палец на седьмом ладу на четвертой. Третий палец на десятом, на восьмом ладу на первой. И мизинец на девятом ладу на третьей струне. И следующий аккорд идет вот такой. Мы оставляем второй палец на басу, то есть на седьмом ладу на четвертой струне. Просто убираем все пальцы ненужные и ставим баре указательным пальцем на пятом ладу. И также четвертая, третья, вторая, первая струна, вторая, третья. И чередуем два раза эти два аккорда. Следующая часть. Здесь тоже два аккорда. Как закончили вот здесь. Ну, как в третьей части сделали. Не убираем бара, просто меняем. Ставим пальцы мизинец и третий палец ставим сюда. Мизинец у нас на десятом, мизинец на восьмом ладу на пятой струне, а третий палец на седьмом ладу на четвертой струне. Идет здесь два раза одно и то же. Пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая. И два раза повторяется. Потом меняем, оставляем мизинец, то есть был вот такой аккорд, трезвучие, и ставим, то есть переносим третий палец на лад вниз, тоже на седьмом ладу, только уже на третьей струне, а второй палец ставим на шестой лад на четвертую струну. Тоже то же самое два раза играем. То есть
Так звучит часть эта. Следующая часть звучит. Идет обычный ля минор. Только бас не ля, а квинта. От ля это у нас ми. Идет пятая, четвертая, третья, вторая, третья, четвертая. Один раз. И после одного раза меняем на... То есть переносим мизинец на струну ниже, на седьмой лад на третьей струне, и ставим второй палец на шестой лад на четвертой струне. То есть было, стало, и заканчиваем половину композиции такой басовой линии. Открыто пятая ля, потом второй, третий лад на пятой струне, потом открытая шестая струна, четвертый лад на шестой, и заканчиваем второй лад на пятой и открытая пятая. То есть последняя часть в половине композиция звучит так. Вторая часть композиции начинается следующим образом. Играется то же самое, как и в самом начале, за исключением разве что баса в первом аккорде. У нас был бас на четвертой струне мизинцем на седьмом ладу. Теперь это у нас просто заменяем открытой пятой ля. То есть те же самые аккорды. То есть то же самое, за исключением баса в первом аккорде вместо ля. Эта октава у нас чуть ниже октава. На октаву ниже. Вторая часть звучит то же самое. Все то же самое, как и первый кусок. Третий кусок во второй части звучит вот так. То есть то же самое, как и в первую. В первой части, но в начале, но только заменяем бас. Было так, а мы убираем. У нас открытый бас на четвертой струне. Два раза этот аккорд обычным перебором. И перескакиваем бас на восьмом ладу на шестой струне. То есть шестая, третья, вторая, первая. На третьей струне у нас девятый лад, на второй струне десятый и седьмой лад на первой струне. Тоже два раза играется. Четвертый кусок во второй части звучит следующим образом. Здесь идет четыре аккорда. Первый это у нас бас на шестой струне, седьмой лад, потом четвертая, третья, вторая струна, на четвертую у нас седьмой лад, на третий тоже седьмой, а на второй у нас на пятом ладу лад зажат. Потом меняем бас опять же на шестой остается, но уже открытый, то есть убираем отсюда, ставим на шестой лад, на четвертую струну, мизинец и указательный палец оставляем на месте. То есть было, стало,
второй аккорд. Третий. То есть первый. Второй. Третий идет. Бас уже на пятой струне. Вот у нас открытая ля. На четвертой седьмой опять же остался. И на третьей тоже седьмой лад. Но на второй у нас шестой лад. И четвертый аккорд. То есть оставляем третий палец на седьмом ладу на четвертой струне, а указательным ставим барре на пятый лад. То есть перебор тот же самый. Пятая, четвертая, третья, вторая струна, третья, четвертая. И здесь то же самое. И четыре эти аккорда звучат. Следующая часть звучит следующим образом. То есть то же самое, как и третья часть, третий кусок во второй части. Также два аккорда по два раза. Следующая часть звучит вот так. Аккорды на понижение, то есть первый аккорд, одна аппликатура двигается назад несколько раз. Первый у нас на 11 ладу, второй палец на пятой струне, на четвертой у нас третий палец на 12 ладу, на третьей струне у нас указательный палец на 10 ладу. И мизинец на 12 ладу на второй струне. То есть перебор идет по 5, 4, 3, 2, 3, 4. И делаем. То есть 5, 4, 3, 2 и 3. И такой перебор идет по всем следующим аккордам. Сделали и переехали этой аппликатурой такой же формы, но уже не 11 лад в басу, а 8 лад. Потом 5 лад и 2. То есть вот этот аккорд 4 раза идет здесь. И этим перебором. После него идет бас вторым пальцем на шестой струне на четвертом ладу. Третий палец стоит на четвертом ладу на третий. И делаем барре указательным пальцем на третьем ладу. Нам нужны струны шестая, четвертая, третья, вторая. Точно так же уезжаем, то есть барре убираем, остается только второй и третий палец. Второй палец на первом ладу на шестой струне и третий палец на первом ладу на третьей струне. И то же самое. Только здесь уже полный перебор. Там был. И заканчиваем обычный ля минор и ми минор. Тоже точно такой же перебор. И последний кусок всей композиции звучит вот так. Еще можно закончить не хамероном в конце на пятую лад на шестой струне, а открытой просто пятой. То есть вот так.
Вот так заканчивается вся композиция.